Простое, недорогое и сытное блюдо предложу я вам. Если вы любите готовить с минимумом хлопот, этот рецепт обязательно стоит взять на заметку. Для обеда или ужина, это то, что надо. Запоминайте. Покажу, как приготовить тушеную капусту с сосиской в мультиварке. Конечно, можно использовать и кухонную плиту, но с техникой, на мой взгляд, все проще и быстрее. В данном случае для цвета добавлена томатная паста. Но если есть домашний томат или томатный соус, можно взять его. Что касается воды, то ее нужно совсем немного для того, чтобы развести пасту. А дальше все зависит от того, любите ли вы влажную капусту или нет. 1. На дно чаши мультиварки налейте немного растительного масла. Нашинкуйте капусту, нарежьте кружочками сосиски. Томатную пасту разведите водой, добавьте соль и перец по вкусу. Все выложите в чашу. 1. На дно чаши мультиварки налейте немного растительного масла. Нашинкуйте капусту, нарежьте кружочками сосиски. Томатную пасту разведите водой, добавьте соль и перец по вкусу. Все выложите в чашу. 3. После звукового сигнала проверьте капусту на мягкость. Подавать тушеную капусту с сосиской к столу можно как в холодном, так и в горячем виде. Приятного аппетита!